Призрак двери, прерви покой, присоединись к нам в наш разговор. Она туда уползает, Настя, ты видишь это? Нет, Настя должна умереть, что? Что это значит, Настя? Настя, нет, что ты делаешь, стой! Чё творим, бро, меня зовут Саргионис, и бро, сразу же, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь придет время, Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, тебе песни нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. И также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Суприм-банда, вы не поверите, но сегодня реально жесткое видео. Все потому, что раньше такого никто не делал на русском ютубе. Это абсолютно новый челлендж. Суть этого челленджа заключается в том, что мы призываем какого-то дверного призрака. После чего мы можем ему задать 3 любых вопроса, на которые мы получим 100% правдивый ответ. Мы можем ему задать абсолютно любой ответ. К примеру, даже когда конец света. И он нам сразу же на это ответит. С этим призраком мы будем общаться с помощью этого листка. То есть на листке мы пишем первый наш вопрос и просуем под дверью. Если листок потянется дальше, значит у нас получилось призвать призрака. Если же он останется на месте, тогда нужно все повторить. Чтобы призвать этого дверного призрака, нам нужно произнести заклинание и 3 раза постучать по двери. После чего, по идее, бумажка должна потянуться. Если честно, мне уже не терпится все это поскорее сделать. Мне реально интересно, ли это все работает. Потому что на Западе у других блогеров это реально работало. Они реально общались с самыми настоящими призраками. Это было жутко, банда, и одновременно очень интересно. Именно поэтому я решил, что сегодня я должен это сделать. И бро, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда я сниму продолжение этого видео. Я задам еще какие-то интересные вопросы этому призраку. Ах да, банда, чуть не забыл. Главное правило этого призрака. Если уже у нас получилось его призвать, то мы ни в коем случае не должны будем открывать ту дверь, через которую мы общались. Только уже после рассвета. Если же мы откроем раньше дверь, еще когда будет ночь, то с нами случится что-то ужасное. Я, естественно, этого банда не хочу. Именно поэтому я буду соблюдать все правила. А теперь меня, бандиты, подписывайтесь на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь у нас там выходят очень крутые фотографии. Ссылки в описании, бро, переходите. И, бро, мы же в 3 часа ночи, погнали. Окей, Суприм-банда, надеюсь, вы готовы. На часах уже где-то 3 часа ночи, просто гляньте, 3:02. Самое мистическое время, ведь именно в это время происходит вся эта мистика. Окей, у нас все готово для этого призыва. У нас есть листок, есть фломастер, который мы будем, собственно, здесь писать. А также свечи, банда, это очень обязательно. Теперь нам только осталось написать первый вопрос, 3 раза постучать в двери, произнести заклинания. И после этого, по идее, все должно работать. Не знаю, как Настя, но я очень сильно волнуюсь, банда. Тем не менее, давайте уже будем это начинать делать. Да, Суприм-банда, еще я забыл сказать, что одним из самых главных правил есть то, что нигде в доме не должен гореть свет. Иначе призрак испугается и не придет. Я очень надеюсь, банда, что вы никогда не будете этого повторять, потому что это очень опасно. Окей, давайте уже напишем наш первый вопрос. К примеру, пишем 1 и пишем «Призрак двери, я могу с тобой поговорить». Ух, по идее, банда, на этом все. «Призрак двери, я могу с тобой поговорить». После чего он должен где-то здесь отписать свой ответ. Теперь же, банда, пришло время делать призыв. Мы должны 3 раза постучать по этой двери, после чего уже сказать заклинание. Ух, и Суприм, банда, надеюсь, вы готовы. 1, 2, 3. «Призрак двери, прерви покой, присоединись к нам в наш разговор». «Призрак двери, прерви покой, присоединись к нам в наш разговор». «Призрак двери, прерви покой, присоединись к нам в наш разговор». Окей, банда, теперь мы делаем это вот так. Черт, надеюсь, он потянет дальше, банда. Если это сработает, да, это реально правда. Этот призрак реально сюда пришел. Черт, банда, просто посмотрите на это. Оно туда уползает, Настя, ты видишь это? Господи, эй, кто там интересный, черт. Ничего просто не видно, Настя. Это жесть, неужели этот призрак реально существует? Я в шоке, я никогда такого не видела. Я тоже жесть, как в шоке, банда. Он реально потянул этот листок. Черт, банда, посмотрите. Он идет назад, у него сунет назад, вы это видите? О, господи, интересно, кто там? Жаль, что мы не можем открыть дверь. Окей, банда, он ответил, да, посмотрите. Призрак двери, я могу с тобой поговорить, он написал, да. Это жесть. Интересно, кто там, банда? Окей. Я в шоке, он реально существует. Да, это реально жесть, банда. Я думаю, что сегодня в этом видео мы должны узнать его как можно больше правил. В следующем видео мы уже ему зададим максимально опасные вопросы. Возможно, мы даже узнаем, когда будет конец света. Окей, банда, второй вопрос, который я хочу ему написать. Это ли можем мы сыграть вдвоем? Возможно, он будет против того, что здесь Настя или я. Окей, давайте пишем. Второй вопрос. Можем ли мы сыграть вдвоем? Окей, готово, Суприм-банда. Надеюсь, на этот вопрос он также ответит. По идее, он должен ответить сразу же на 3 вопроса. Окей, не знаю, что будет дальше, банда, но я думаю, он будет не против того, что мы будем играть вместе с Настей. Я думаю, там все равно, потому что я где-то читал правила, что этот призрак допускает 6 человек. То есть, по идее, в эту игру может играть одновременно 6 человек, будучи в одной комнате. Окей, давайте уже это сделаем. Отправляем это письмо ему. Господи, очень надеюсь, что он ответит, Суприм-банда. Агенес, ну как, ты готова? Да, готова. Это реально жутко, банда, мне просто не верится, мы реально общаемся с призраком.
Господи, посмотрите, банда, он затягивает! О, Господи, черт! Я не могу рассмотреть, кто там. Мне просто ничего не видно. Окей, он затащил туда, получается, сейчас мы уже получим ответ. Окей, Бонд, это уже был второй вопрос. По идее, следующий вопрос должен быть последним. После третьего вопроса этот призрак просто перестанет нам отвечать. Мне просто не верится, что я это вижу. Я никогда так не общалась с призраком. Да, это реально жесть. Тоже в это не верю. Я тоже так никогда не общался с призраками. Только с помощью спиритической доски. Доски Уиджи, Бонда. Да, это работало. Я просто двигал той штучкой и все. У нас получались какие-то слова. А тут призрак прям сам отвечает на нашем же языке. Окей, смотрим, что будет дальше. Окей, Бонда, ждем, какой же будет сейчас ответ, посмотрите. Он снова ее сунет, черт. Окей, там уже есть какой-то ответ. Можем ли мы играть вдвоем? Нет, Настя должна умереть. Что? Что это значит, Настя? Почему я? Что со мной не так? Я не знаю, мне тоже это пугает. Я не знаю, почему так, Настя. Чем ты уже не угодила этому призраку? Окей, Супри Бонда, все реально выходит уже как-то из-под контроля. Я просто хотел узнать у него правила. Я вам клянусь, я читал, что в правилах было написано, что можно общаться с 6 человеками. А тут он говорит, что Настя должна умереть. Почему так, Панда? Что Настя уже не так сделала этому призраку? Окей, я не знаю, что делать. Черт, он просто нам это отписал. И посмотрите на его почерк, он такой ужасен. Он как будто вот так вот держит ручку. И еще посмотрите, он в конце добавил 3 восклицательных знака. Как будто он на этом настаивает. Панда, это реально жесть. Я не понимаю, что происходит. Почему он вдруг так резко захотел смерти Насти? Окей, давайте у него об этом спросим. Почему же он так хочет, чтобы Настя умерла? Третий и последний вопрос. Почему Настя должна умереть? Почему Настя должна умереть? О, Господи, меня прям руки от всего этого дрожат. Должна. Фух, я очень волнуюсь, Суприм Панда. Я не хочу, чтобы Настя умирала. Я надеюсь, он поймет, что я здесь пишу. Окей, надеюсь, он здесь ответит. Ох, Суприм Банда, все просто выходит из-под контроля. Мне не верится то, что мы видим. Он реально знает Настю, он реально хочет, чтобы она умерла. Окей, отправляем это письмо ему. О, черт. Ждем, что будет дальше. Господи, Бонда, посмотрите, он потянул его туда. Мне интересно, как же он выглядит, черт. Его просто не видно. О, Господи, окей, ждем, что же будет дальше, что будет дальше за ответ. Почему именно я должна умереть? Почему я во всем виновата? Я вообще не знаю этого призрака. Я тоже в шоке, Настя. Я никогда раньше его не призывал, ему никто раньше не призывал в СНГ. Я не знаю, куда он вообще тебя знает, и что ты ему уже не так сделала. Это реально жутко, Настя. Я не знаю, что будет дальше, но мы ждем его ответа. Он почему-то очень долго отвечает. Нет, Настя, что, не можно? Не вздумай, это очень плохая идея. Он же может нас запросто убить, мы не знаем, что он может. Это совершенно новый призрак, он может что-то с тобой сделать. Если в правилах написано, что нельзя открывать дверь, значит, мы не должны этого делать. Я все еще не пойму, почему так долго нету ответа. О, Господи, он вообще все еще там. Он собирается на это отвечать. Черт, Настя, пожалуйста, успокойся, все будет хорошо, взять. Это же Супри Банда, вы сами это видите. Я не знаю, что происходит с этим призраком, реально что-то не так. Он хочет, чтобы Настя умерла, но почему? О, черт, Настя, посмотри, он уже отвечает. Посмотри, здесь написано, я так хочу, в смысле? Что это значит, Банда? Почему Настя должна умереть? Он ответил, я так хочу. И 2 восклицательных знака. О, Господи, Супри Банда, что не так с этим призраком? Именно я. Настя, успокойся, все будет хорошо, я уверен, он тебе ничего не сделает. Окей, Суприм Банда, это были последние 3 вопроса, которые мы могли ему задать, потому что больше мы не можем задавать вопросы, и мы теперь до утра не должны открывать эту дверь, иначе призрак выйдет оттуда и что-то нам сделает ужасное. Я уверен, это на 100% Банда. Этот призрак реально существует, иначе кто нам отвечает? Я не могу так. Давай, Настя, нет, что ты делаешь? Стой! Господи, ты не должна была этого делать. Это очень плохо кончится. Черт, здесь никого нету. Господи, Суприм Банда, этот призрак реально существует. Вы сами это видели. Я в шоке просто от того, что я увидел. Этот призрак реально существует. Я уже хочу сделать новое видео, Банда. Все это повторить следующей ночью. Мы это видели. Черт. Черт. Вы это видели? Там просто сама закрылась дверь. Эй, Настя. Настя. Господи, нет, только не это. Я же и говорил, что мне нужно было этого делать. Тебе призрак его куда-то забрал, но Настя просто нигде нету в этой ванной. О, черт, Суприм Банда. Я не знаю, что делать, вы это видели. Призрак реально забрал Настю. Я же говорил, Насте не нужно было открывать дверь. О, черт, так вот что это значит. Банда, это такая жесть, я просто не знаю, что делать. По идее, призрак забрал Настю в потусторонний мир, там, где он и живет. По идее, если я сейчас сделаю то же самое, этот ритуал, я смогу как-то связаться с Настей. Именно поэтому нам нужно взять новый листок. О, черт, быстрее, быстрее, все это нужно сделать, пока не настало 4 утра. Иначе Настя тогда навсегда пропадет. Окей, теперь этот листок мы убираем. Мы начинаем делать заново тот ритуал. Пиши первый вопрос. Господи, быстрее, быстрее. Настя, ты здесь? Скорее. Окей, теперь делаем ритуал. 1, 2, 3. Заблудший дух, прерви покой. Присоединись к нам в наш разговор. Заблудший дух, прерви покой. Присоединись к нам в наш разговор. Заблудший дух, прерви покой. Присоединись к нам в наш разговор. Господи, Банда, хоть бы это сработало, черт, скорее, давай, посмотрите на это, он снова это тянет, господи, как же надеюсь, что это Настя, Банда, это просто жесть, окей.
Глядим, что же она ответит. Черт, ну уже кто там? Пожалуйста, хоть бы это была Настя, я очень волнуюсь, Панда. Я и подумать не мог, что такое случится, что этот призрак просто заберет Настю. Ну уже давай отвечай скорее, призрак. Черт, мне просто не верится, что это все происходит. О, господи, посмотрите, идет ответ, вы это видите? Окей, смотрим, что там будет, супербанда. Да, Сережа, помоги мне, пожалуйста, мне страшно. О, черт, я не знаю, как тебе помочь, Настя. Не знаю, как помочь, скажи. Возможно, тогда я смогу как-то помочь, иначе не знаю, что делать. Окей, супербанда, отправляем это Насте, она все же нам может отвечать. Ну, почему он не отправляется, супербанда, что не так? О, господи, только не это, нет, он просто не отправляется, посмотрите. Давай попробуем еще раз. Ну, давай. Черт, оно просто не работает, я ничего не могу сделать. Неужели уже навсегда потерял Настю? Банда, посмотрите на это. Я не могу это туда отправить, ну уже. Господи, это реально жутко, банда. В правилах написано, если листок не тянется дальше, то значит призрак ушел, Лиджа не пришел. В нашем случае получается, он уже ушел, банда. О, господи, что делать дальше, супербанда, не знаю. О, господи, банда, неужели уже 4 утра, черт. Посмотрите, это будильник, уже 4 утра. Что происходит, Насти все еще нету, что делать? А что если она уже больше никогда не вернется, банда? На часах уже 4:00, Насти нет, господи, что происходит? Я не знаю. Настя, это просто жесть, ты вернулась, господи. Ты вернулась ровно в 4 утра. Я так рад за тебя, Настя, черт. Это же жесть, где ты была, что с тобой было? Банда, мне это не верится, как только стукло 4 утра, Настя сразу же вернулась в потустороннего мира. Эй, Настя, ты как, пожалуйста? О, я верю тебе, Настя, это реально ужасно. Я же тебе говорил, что не нужно было открывать дверь. Это очень опасно, этот призрак, это уже не шутки. О, черт, это реально жутко, я очень рад, что ты вернулась, Настя. В следующий раз, когда мы будем снова призывать твоего призрака, я буду делать это сам. Потому что с Настей это очень опасно. Окей, бро, я рад, что все наконец-то хорошо кончилось. Настя вернулась, все-таки все у нас получилось. Тем не менее, бро, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда я продолжу делать этот эксперимент. И, возможно, банда, мы узнаем намного больше этого призрака. Именно поэтому, бро, не допускайся, не жми царский лайк. А также, бро, подписывайся на наш Инстаграм с Настей. Вы там выходят очень крутые фотографии. Все ссылки в описании, бро, и вот комменты из прошлого видео. Есть какие-нибудь шикарные, просто идеальные комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, сегодня тебе нужно опуститься ниже. Нажать свой лайк, колокольчик и все, бро, ты уже в новом видео. Лайк, лайк, комменты в новом видео, бандит. А также будет помни одно. Оставайся таким шикарным. Пока!